Видео по первоначальной настройке и запуску сервопривода Panasonic Minas A4 400 Вт. В общем, во-первых, правильно распаять штекер энкодера, провод энкодера, потом правильно завести в эту колодку фазы двигателя. Они должны быть в четком определенном порядке. Дальше можно включить сеть и проверить в режиме джок. Нажимаем set, потом M, пока не появится надпись вот это AUX. Дальше перебираем этой кнопкой. Вот режим джок, set. Долго жать на эту кнопку. Появится вот такая надпись. Потом на эту кнопку тоже долго. Вот. Двигатель встал на удержании сейчас. И можно покрутить. Также в настройках выставлено, сколько он в ручном режиме будет крутить оборотов. Сейчас 500 оборотов в минуту. И в обратную сторону. Также еще есть режим очень интересный. И даже можно использовать, когда двигатель стоит уже на станке. То есть можно настроить. Можно включить автонастройку прямо на оси станка. Для этого нужно запитать вот этот 50-контактный разъем. Вот у меня уже приготовлен провод. Сейчас мы его воткнем. Здесь серв он запитывает 9-вольтовая батарейка, ее хватает, чтобы двигатель встал на удержание. Потом есть такая функция. Так. Вот. Здесь отображается нулевая позиция и по возрастающей. Мне на станке стоит пятерка. Пятерки, в принципе, вполне хватает. Это настраивается жесткость удержания позиции. Как двигатель точно будет держать позицию. Ну вот, например, если настроить на первой, вот включилась автонастройка, двигатель покрутил в разные стороны и показал, что он драйвер настроен на определенное удержание. Сейчас я могу рукой сдвинуть, он как бы сопротивляется. Это первая позиция. Можно настроить, вот я еще раз говорю, у меня на станке стоит 5. Можно даже 7. Жмем также долго. Происходит автонастройка драйвера. После этого нужно зайти также в настройки этой клавишей. Да, вот. Функция записать в память. Жмем set. И на эту кнопку долго.
Покажет финиш. Теперь нужно отключить питание на несколько секунд. И снова включить питание. Все. Настройки вступили в силу. Это режим. Это был режим автонастройки драйвера, что очень полезно. Не перебирать по инструкции много настроек, а просто включить автонастройку. Но это именно на этой модели драйвера. Это отображение всяких функций. То есть сейчас вот это отображается момент. Момент в процентах можно выставить 300%. У него, например, 1,3 килограмма. 1,3 ньютона на метр. Может увеличить в 3 раза на несколько секунд. Set. KT. Это то, что в режиме позиции. Пока не разобрался. NPS. Вот это он отображает энкодер. В принципе, пока все.